На конкурс дети читают стихи. Якшин Николай, 7 лет, воспитанник детского дома, город Иваново. Стихотворение в кинотеатре. Автор неизвестен. Смотрела я фильм о войне, и было очень страшно мне. Рвались снаряды, бой делал, и люди погибали. А рядом девушка сидела, на груди медали. За то, что вместе со страной словил он силу злую. Медали глажу я рукой и дедушку целую.